Бонжорно, мои уважаемые зрители и подписчики канала, с вами Woody Safe Game. И, наконец-то, в закрытом бета-тестировании Quake Champions разрешили стримить игру. Сняли запрет на поток. Теперь можно, наконец-то, нормально поиграть. На меня я стримил ВКонтакт. ВКонтакте все нормально было. Всем было похер, короче. А когда я начал стримить на YouTube, короче, то тогда стало все печально. Вот, кстати, очень какая-то хрень странная происходит, потому что, да сука, с Rocket Launcher'ом уже пришли. Иногда в начале боя, вот, когда сняли... Это была рельса. Игра начинает немного подлагивать. Вот это уже происходит у меня вчера такое было, сегодня такое произошло. Я не знаю почему. Что нужно делать? Еще я не понимаю вот этого... такой темы, что мы сейчас возродились. У нас доступно... Япон! Вот, у нас доступно все, но мы сейчас уже не можем друг друга стрелять. То есть вообще какая-то ересь происходит. Вообще пинги, да. Пинги скачут, трындец как. Так, я его убил своей болевотиной. Я красавчик. Потому что я бью женщин и детей. Вот, а вообще дробовик достаточно хорошая тема. Да где ж ее? О, броня. Ну, короче, там вообще не было вариантов. Че за херня? Какие-то лаги, я вообще в шоке. Я вчера играл, короче. Так было все круто. Просто все 60 FPS, короче. А у меня как бы видеокарта хорошая. Ну конечно, вдвоем, давайте. Там, я успею, нет, не успею. Блин. Ну, Rocket Launcher я еще не прыгал. У меня лагает, пацаны. Кстати, можно настроить, чтоб по дефолту, когда ты возрождался, у тебя вот этот ствол был. Кто там? Сука, а? Иди сюда. На, отсосал. И, короче, пока эту игру не убили... Да, блин! С рельсой надо просто еще учиться играть. Это еще то оружие, оно достаточно капризное. Да, блин, я... Нет, я все-таки решил, что я умнее всех. Не, ну 3-3, в принципе, не так уж плохо. Я думал, бывало хуже. Но я его заблевал, так что, в принципе... Минус! Да, блин. Так, 4-4. Так лучше не бежать никогда за чуваком, у которого есть рельса. Это опасно, короче. Вообще лучше не бежать за чуваком, потому что они могут тебя в ловушку привести. Вот этот прыжок, блин, когда ты ударяешься в стенку, меня я вообще не... Ты что, издеваешься, что ли? Он вообще не прыгал, не бегал, ничего. Оп-оп-оп. Ракетница! Нет, не успел. Такие, блядь, трое нахрен.
Ну, я успел, короче, его обливать. Я блювун. Привет. Да... Ёб твою, а. Какая-то вообще херобора происходит, когда... Да ты чё, херел? Телепортатор херов, короче. Опять двое. Опять все как всегда. Вот тут на этой карте лежит рельса, но она, конечно, не особо помогает, честно говоря. Нифига. Вот это сейчас было. Ну хорошо вообще, я двоих прям загасил. Good job. Fucking shit, bitch. Ну ладно, окей. Five minute warning. Не знаю, может запись как-то так. Да японский вас там, блин. Ну я кого-то убил своей блевотиной просто. В принципе, не так уж и плохо. Да вы ч, блять, вдвоем, а? Ну ёптель-моптель. Никакой чести, а? Красава. С пилы. Пила — это тема. Ой, тут, по-моему, кто-то взял двойной урон. Что меня достаточно печалит. Ну где эти петухи? Вылезайте оттуда. Телепортатор херов! Еще двое, а? Да ёб твою мать. 24, да. 33. Нас еще на одного меньше. Короче, вообще полный жопец. Кто там? Петухи, петухи. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, ну я вообще нормально сейчас помесил, они прям на моей блевотине нормально так. Полетали, так сказать, оп, моё. Сейчас на ютубе буквально зашел, короче, увидел видос. Гайд по прыжкам в Quake Champions. Господи, гайд по прыжкам, ребят. Представляете, это до чего надо докатиться. Гайд по прыжкам. Еще, блин, была бы мини-карта, чтобы хотя бы просто чисто приблизительно понимать. Сука. Иди сюда, бам, блин. Ну это вообще нечестно. Я не был готов, короче. Это... Привет. Кто? Блин, у меня же тоже была эфка. То, что сзади был еще один петух, я его видел, но я уже хотел добить хотя бы одного. А то так погонишься. Погонишься за двумя петухами, ни одного не получишь. Да ёб твою мать. Там двойной урончик! Сука.
Это печально. Кстати, ВКонтакте есть аналог этой игры, короче, она называется Батла. Да иди нахуй, сука. 15-20, да, нас делают прям по жести, короче. Уже ровного места, блядь, нету на этой карте. One minute woman. Тухи. А где они? Минус. Добил. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пум. Да опять с рокет-лаунчером, сука, а? Не могу. Мне нужна моя блевотина! Ну мы проиграли, короче, все. Так, ну я даже не в первой. Нет, я в первой тройке, нихера. С моим-то счетом. Ну ладно, бывает. 16-21. Ой, ну у них уровни высокие там, короче. Ну, вообще их и больше было так-то. Все-таки это сказывается. И наша команда распиздеев была. Они где-то тусуются постоянно, короче. В разных частях их по одному и выстреливают, а те группкой бегают. Ну, короче, правильно делают. Одного нашли, захерачим, короче, и так далее. Это тема. Пу-пу-пу-пу-пум. Ну, что могу сказать? В принципе, пока играть интересно, можно зайти, типа, знаете, как в контру раньше народ заходил, типа, о, вечерком с работы пришел, пивка налил, и так, о, в контру можно с пацанами погамать. Вот это из этого разряда игра. Тем такая, вот. Но, о, нам, кстати, дали лутбокс за... Мы на 4-й левел перешли, давайте откроем. Из этого лутбокса выпадает всегда 2. Но мне ничего полезного не выпало. Ну вот, кроме 5 вот этих, как это называется, шерц, короче. Ну, тупо на тетеньку там какой-то набор и еще. Ну, не особо полезное, честно говоря. Так, давайте еще, что ли. Еще один Team Deathmatch. Так. Меня забавит больше всего, больше всего... То, что мне выпал на ящерицу, на мою, короче, этот... Хаки, это, как ее называют? Да, блин, жилетка, короче, вот это я прям поржал. Прям в тему. Опять та же самая карта, как вы можете понять. Ну, здесь хотя бы 4 на... Ну да, 4 на 4. Рокет лаунчер. Самое темовское оружие. Так. Здрасте. Вот этот, короче, режим, когда мы возрождаемся, у нас доступно, вот видите, все оружие, абсолютно все оружие. Но... Кто? Да что ж вас тут трое-то, сука, я не могу. Почему всегда так оказывается? Вот, но ни у кого не идет счет, как я понимаю. То есть, ну, как-то вообще мне это непонятно. То есть, зачем делать такое, ну, как бы, такую хрень? Ой, вы. Да, вот этот чувак меня, кстати, тоже подбешивает иногда. Но всем похер, короче. Все не это. Вот, и через 5 минут только начнется нормально. А, ну все, теперь мы даже стрелять не можем. Короче. Здрасте.
Да почему их опять тут будет, блядь? Ну давай, эфку применяй свою, скотина. Не, у него дробаш уже был. А, нет, моя броня! Дайте мне рокет-лаунчер, я всех... На, минус. Рокет-лаунчер это самая-самая темовский ствол. Здравствуйте! Че, двоих что ли? Кажись, да. Минус. Видите, с рокет-лаунчером жизнь становится куда проще. Здрасте. Ой, блин. Нормально он, короче, так. Не, ну так неинтересно. Ой-ой. Не, ну такого я не ожидал, конечно. Да. Не вовремя повернулся, так сказать. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, я знаю. Оп. Он в меня попал на лету. Ты че? Чуть-чуть. Опа, двойной урон. Да вы че, смеетесь, короче? Ну да. Это, короче, с рельсой это себе дороже играть обычно получается. У нее еще, конечно, увеличение есть, но это ни хера не спасает, вот вообще. Рокет лаунчер! А еще объясните, что вот это за крест, короче. Я что-то вообще не помню, что он делает, что он дает. Наверное, что-то прикольное. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? На, минус. У нас еще двойной урон. Так, на рокет-ла... Бля, что, в своих тоже можно стрелять? Я думал, он пролетает. Оп-оп. Минус. Хотя бы где-то... Что-то тут, по-моему, тоже много. Петухи! Ну ладно, моя, короче. Все куда-то стреляют, какие-то дурашлепы. А, вон он. Нормально. Так, ускоримся немножко. Ну, ускорим в смысле возрождение нашей блевотины. Кстати, мне еще нравится из этих... Сука! Зараза, а? Минус и... Блин, ну вот прям так хорошо в ящерицу попал. А, вообще минус ящерицы в том только, что она медленнее. Все остальное в ней вообще мне нравится. То есть офигенный этот класс. Много здоровья. Ну как, ну... Не... Ты что, смеешься, что ли? Поднял он тварь, а? 7-9, мы, кстати, не впереди. Мне ж страшно стало. Так, ну хотя бы одного минусанул я, да, сейчас надо поднять. А, тут ускорялки, да, блин, где ж у нас здоровье-то, я не помню, лежит уже. И броню. Так, стой! Да, его эта способность дурацкая. Побегаем, побегаем. Ну да, это вообще будет... Это жесть какая-то! Минус.
Так, ну ладно, хорошо, полетели. Но того я все-таки с рельсы добил. Да ну! Да ну! Ну, они вообще какие-то тупозавры! С достаточно далекого расстояния. Прям красавчик. Ну подойди ж ты поближе, тварь-то. На, минус. Ты что-то бегает там, бегает. Ой, кто-то наверху, значит. Драт у тебя! Ну прыгай, прыгай. Не, ну 11-7 тоже, в принципе, неплохо. Конечно, могло бы было быть лучше. Но куда деваться. Дайте мне Rocket Launcher. Взял? Да, все. Здравствуйте, я знаю, что вы побежали сюда. Да, он убежал уже. Ладно, здравствуйте и вы. Да ты что, охерел, что ли? Я тебя этим закосил, этим загасил. Тихо! Стой! Мне бы здоровиться. А то вообще пипец полный. Охереть, короче. Не успел. Мне еще из классов нравится, кстати, ведьма. Вот эта тема, короче, когда оставляешь какой-то этот ее тотем. И бежишь, бежишь потом около Rocket Launcher, короче, как раз таки. Потом, блин, кто-то на нее напоролся и все. На, блин. Че, умный что ли? Блин, ну вдвоем. Так, 13-9. Ладно, не так уж и плохо. Да что ж вот тут так много-то? Я пытался. И тут кто-то только что, вот буквально только что пробежал. Они еще бывают вот здесь, вот шкельцы, короче, такие. Оп-оп-оп-оп! Минус. Ой-ой-ой-ой, потеп, блин. Ну все, короче, это жопа. Добил! У-ху! Двойной дамаг. Это тема. Но когда у тебя нет здоровья, это не тема. Так, Rocket Launcher тоже надо подобрать. Так, ну, в этой игре достаточно еще нормально, кстати. Вот здесь есть шкерка, в которую, короче, никто не знает. Ну как никто не знает, короче. Да блин, а. Пилой меня запилили. И там, кстати, очень реально прятаться. Я так прятался, короче, когда все мои игроки ливанули из игры. Я оставался один против четырех и против четырех раскачанных, короче. Минус. Ну, хорошо, в полете было. И мне же делать-то нечего, блин, они же меня выдерут, короче, вчетвером против одного. Я говорю, ребята, может, типа, как-нибудь... Ну, мы и так выиграли, короче. О, так, давайте посмотрим, что нам дадут. И я первый, мадафака!
56-55. Нормально. Прям в одно, короче, прям такое это. В один килл. Столько всего понадавали мне. Ну, я имею в виду по каким-то ачивкам. Ладно, окей. Ну, давай уже, загружайся. Мне не нравится, что в нем какие-то достаточно долгие загрузки. Вот включается он достаточно долго. Это очень странно. Ну, у меня не слабый компьютер, как бы у меня 5-й кор максимальный разлоченный. 980-я, 4 гига, 16 гигабайт оперативки, как бы, все такое, как бы. И ничего не греется у меня, но, блин. Так, ну, конечно, любимое оружие Rocket Launcher, это все понятно. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и будет еще пару видосов по Quake. Думаю, вам расскажу о классах. О классах, какие у нас есть. Всем большое спасибо, удачи и пока.